А в Новоуральске стартовала своя прививочная кампания по вакцинации от гриппа. Вопрос о том, где, как и какой вакциной проводить вакцинацию, обсуждался на специальном совещании в городской администрации. Подробности в сюжете Альбины Евсеевой. Грипп опасен своими осложнениями. Не заниматься самолечением. Ну а главное при ОРВИ – профилактика. А лучшей профилактики, чем вакцинация, не существует. Вот такие советы всем горожанам дают медики. Каждый год штаммы гриппа меняются. Эксперты отслеживают ситуацию и вносят изменения в состав вакцин. Вот в эпидсезоне 23-24 года на территории России ожидается появление 4 вирусов гриппа. Это знакомый нам вирус гриппа А, H1N1 или свиной грипп. Вирус гриппа А, H3N2, это гонконгский грипп. Вирус гриппа Б, Виктория. Вирус гриппа Б, Ямагута. С 25 года Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что будет только применяться 4-валентные вакцины. Но так как в этом году вот из вируса гриппа Б все-таки будет в большей степени вирус Виктория, то рекомендуется применение 3-валентных вакцин. Вакцинация от гриппа в Новоуральске проводится во всех 3 поликлиниках города. Записаться можно по телефону 247-97, но прививочный кабинет принимает и без записи. Вакцины в этом году в медсанчасти 2. 3-валентная Савигрипп для граждан с 18 лет и старше и 4-валентная Ультрикс Квадри для детей от 6 месяцев и беременных женщин. На сегодняшний день в Новоуральске от гриппа привито 10 500 человек. Среди них школьники. 25%. А вот что касается диспансеризации. Сейчас ее лучше всего и удобнее проходить в 3-й поликлинике. Там есть все специалисты, в том числе до 16 часов работает акушерка. Так реализуется проект медсанчасти «Диспансеризация за 60 минут». Действительно, проходить ее стало намного проще и быстрее, без потери качества и глубины диагностики. На сегодняшний день охват диспансеризации населения города составляет 75,8%. Открыли его буквально месяц назад, там 8 человек в день было. Сейчас доходит до 32 человек в день. Это именно те, кто проходит вот через этот кабинет вот прям сразу. Вот зашли, у нас сотрудник ходит прям по поликлинике, врачи отправляют непосредственно в этот кабинет. И, в принципе, реализовано все неплохо. Профилактика – это основная возможность предотвратить заболевания. Диспансеризация и вакцинация от гриппа нам эту возможность дают. Надо обязательно ей воспользоваться. Альбина Евсеева, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания.